Итак, ладно, небольшой перерыв окончен. Давайте продолжим. Далее мы направляемся в Завет. Дабы добраться до кристалла в итоге. やめた方がいいと思います。彼女が再び立ち上がるためには、自分で自分を認められるようにするしかありません。下手な同情は余計に傷つけるだけです。いつか分かってくれるかな。私がお姉ちゃんを好きだってこと。大丈夫。いつか分かってくれるさ。バルキネス・クリアスの実験を止められるのはパスカルしかいない。そう分かっていても姉として負けたくなくてああいうしかなかったんだ。フーリエさんの努力が人々の命を奪ったなんて悲しいことにならないためにも、何としても実験をやめさせよう。もちろん俺たちも協力する。しっかりしてください。お姉さんを救えるのはあなただけなんですよ。僕らとしてもあなたがいないと始まらないんですから。一緒に行きましょう。弟君、ありがとう。みんな本当にありがとう。ヒュバト、お前兄弟のことで悩む気持ちは僕にも一応わかりますから。それに賑やかな人がいた方が寒さも紛れます。さあ時間がありません。程度急ぎましょう。Ну, Фома, ну можно. Ну, она как бы на PS2, говорю, выходила, 3DS. Там с эмуляторами. Придется повозиться и все. Какое-то время. Но, если честно, как-то не особо тянет. Она уже слишком старая. Ну, может быть, Бандай Намко когда-нибудь захотят сделать какое-нибудь переиздание, а может и нет, так что надеяться на это. Хз. Очень сомнительно. Ну, почему нет? Они же как раз сделали одно переиздание, как раз на 3DS выходило. Это есть переиздание, но такие 3DS это... Это вроде даже слабее PS2. Не вроде, а так и есть. Или где-то на уровне. Привет, ман. それではまるで僕が間違っているみたいじゃないか。クソ、考え込んじゃってどったの弟くん。
心配事？別に何でもありません。ヒューバート、お前はもうパスカルと友達になったんだ。その態度はないだろう。そんなものを認めた覚えは。ありゃ残念。僕は人は疑うものだと養父に教えられた。兄さんは父さんにどう教えられたのか知りませんが、僕は違うんです。お前もよく知っているじゃないか。俺だって親父に友達を選べと言われていた。お前がどんな風に言われてどう育ったのかはわからないが、お前は俺の弟だ。俺と同じように考えられると信じている。きついな、兄さん。あなたはなぜそうやって非難しない、疑わない。どうして僕を信じられるんです？友達だから。弟です。お、一緒。アスベル、お願いがあるの。あのね、私と戦ってほしいの。戦うって、俺とお前で？突然どうしたんだよ。いいからお願いね。戦いの練習ってことでいいなら。それでいい。でも手を抜かないで思いっきりやってね。いい？アスベル。オープス。ここだ。行った。そこか。三日月よ、リセット。やっ、そうやって。アストラルメルト、助けるんだ。さあ、潜水客。はっ、アストラルメルト。かわせるか。三日月よ、刹那で沈め、再標準。遠慮はしない、遠慮はしない。アストラルメルト、三日月、リセット。射程一点、雷残症。いや、遠慮はしない。アストラルメルト、遠慮はしない。精進派水泳一戦、刹那で沈め再標準。遠慮はしない。いや、妖刀襲撃ダッキルダーブ。遠慮はしない。かわせるか。西下三日月よ、刹那で沈め受け付け。アストラルメルト、は一戦受け付け。Нет, блин. Почти. Алё-лё? Асбель, ты ба, Софии не макечатанда. Коре жа даме. Сонна, даме тте. Ленсю то ва ие, насакенай десу ё, ни-сан. Конго га омой эраремасу. Сонна. Чигау но, Асбель. Гомен насай. Софи. Ну ладно, ради диалога стоило. Раны парализма. Давай еще раз сначала. あ、守れなかった。妖刀襲撃、切破傷、輝け。西下、最強陣、刹那で沈め、リテクテ、射程一戦。はっ、アストラルメルト、遠慮はしない。電撃、アストラルメルト。潜水者一戦、射程一戦、最強陣、雷残症。やっ、妖刀襲撃、遠慮はしない。焦点波、ここだ。西下、射程一戦、最強陣、刹那で沈め。アストラルメルト、アストラルメルト、アストラルメルト、は、遠慮はしない。アストラルメルト、焦点波。これでも食らい。西下、三日月よ、リセット、刹那で沈め。や、妖刀襲撃、逃がさない。アストラルメルト、輝け。潜水一戦、三日月よ、射程一戦、リセット。や、鷹の爪、逃がさない。光よ、出動。まだまだ。さあ、かわせるか。一戦、再標準、刹那で沈め、リセット。やっ、アストラルメルト。やっ、遠慮はしない。
まだまだ。さあ、潜水客に。さあ、イカズチを見せつけ。せつなれ沈め、再表示。やあ、遠慮はしない。当たって、助ける。アストラルベルト、アストラルベルト、遠慮はしない。アストラルベルト、ここだ。熱進行を見せた。さあ、遠慮はしない。イカズチを、イカズチを。やあ、溶洞襲撃、行くよ。光よ、行くぞ。はい、まだまだ。見せた、イカズチを。遠慮はしない。やあ、かわせるか。一戦大残暑、いけつけ。なんとか、なんとか。не, Рейсер, все не настолько плохо. 俺の勝ちだ。それにしても疲れたな。ソフィーも疲れただろう。でもそれでいい。もしもリチャードと戦うことになったら、その方がいい。リチャード？私ね、アスベルと戦って分かったの。何を？やっぱりアスベルは友達。結局、お前が何をしたいのかよく分からなかったけど。汗をかいたら冷えてきた。二人とも、温かいものでも作ってあげるわ。行こう、ソフィー。うん。大丈夫。アスベルは友達。友達は消してしまいたいと思わない。Не мерюсь со второй. Одна не считается. Не мерю снутая. Если бы в полную силу было бы жёстко. わかりました。その政府棟に入れるかどうか情報を集めてみましょう。так вы будете с горожанами. окей. ну по идее с кем-то определенно нужно поговорить и все. Так, тут... Сборник сказок о принцессах. Идем дальше. Нереальное место для проникновения. Правда? Сейчас мы проникнем. Так, а вот и наша цель. Блин, ну что за фигня? Аж не верится, что я умудрился забыть свой пропуск в первый же день. А ты тоже работаешь в башне Фенделя? Эй, а не могли бы мы пройти вместе по твоему пропуску? Да, думаю, это чересчур. Ладно, сбегаю домой и возьму свой. Значит, нужен пропуск, чтобы войти в башню Фенделя. Вот все так просто. Серое небо и белые крыши, насколько хватает глаз. Таков пейзаж жителей Завета. Это мы уже читали.
Опа. Я видела тебя. На днях с другой. А о чем это ты? Не прикидывайся дурачком. Она выглядела как ученый из лаборатории. Никого не напоминает? Ученый? Так ты будешь продолжать притворяться дурачком. Ой, так ты имеешь в виду ее? Слушай, я просто ей помог. Если честно, она была какая-то подозрительная. Подозрительная? Кажется, она, ну, не местная, типа, понимаешь? Мне показалось, что она марчанка. Да ты что? Ну не может быть. Ты думаешь, меня это волнует? Она женщина. Ой, все. Тупая, ненавистная семья. Фу, свинья. Пожалуйста, я ничего не делал. Дорогая, клянусь. А марчане? Здесь? Да. Попандос. Так, ну мы других игрушек вроде не находили. Для девочки. О. Это капитан. В этом здании есть что-то особенное? Я поклялся, что больше никогда сюда не приду. Лорелия, это ты позвала меня сюда? Флэшбэк. Лорелия, за тобой следили? Все в порядке? Все в порядке. Я принесла то, что ты просил. Спасибо. Но разве не сложно было их достать? Если это будет слишком опасно, только скажи. Не беспокойся обо мне. Тоже я могу сказать и тебе. Мы оба знаем о рисках. Мы должны обеспечить успех плана любой ценой. Да, любой ценой. Если бы я только знал, Лорелия. Даже сейчас я вижу твою улыбку. Капитан, вы в порядке? Вы плохо выглядите. Я в порядке. Пойдемте. Давайте найдем место, чтобы согреться. Намек на ивент в гостинице? Отлично. О! Может, ее еще нет дома? О, я о девушке, которая здесь живет. Она недавно переехала. Похоже, она работает в Министерстве наук. Но она такая занятая, что ее почти не видно. Она такая милая. Я стараюсь приносить ей ужин, когда есть такая возможность. Уже так поздно, а ее все еще нет. Похоже, придется начать без нее. Она так много делает для Фенделя. Слушай, ты не мог бы заглянуть внутрь? Девушка из Министерства наук? Ма, Паскаль-чан, жена. Верма! Сириайка? Аммаль-чузыкно Верма, да ё. Хаджимемаште, минасан.
ねえねえ、フェルマーって今ヴェンデル政府の手伝いしてるでしょ。ええ、そうなん、政府棟に通ってるんだけど警備が厳しくてやんなっちゃう。この入管証がないと絶対中に入れてくれないのよ。ねえフェルマ、その入管証ちょっと貸してくんない？私前から一度政府棟の中に入ってみたかったんだ。え？でもお願い、すぐ返すから。ちょっと中を見物してくるだけ。わかったわ。他ならぬパスカルちゃんの頼みですもの。ヴェルマ、ありがとう。オンに切るよ。Ну да, отлично представила подруга, что охранники башни Фенделя очень строги, так что не суйте свой нос куда не следует, ладно? Конечно, засунем, верно, ребят? Привет, Кагири. Вот оно как значит. Изначальное название башни. К чему это? Так, ну все, мы вроде сделали круг, все осмотрели. Погнали в гостиницу. О, и тут. Так, сначала план Б, потом ивент. 教官の持っていた舞台証を使って政府棟に入れないかな。 死亡扱いになっていましたから。 Значит, я оказался прав насчет ивента в гостинице. その通りだ。おそらくあいつにも俺の名を語る人間が現れたことは連絡が行っているだろう。 でもどうにかしないとね。 ええ。 政府棟に入るだけではなく、 そのカーツ氏に会わなくてはなりません。 いや。 あいつに会わなくとも研究資料さえ見つけられれば解決するかもしれん。気に入りませんね。資料を見つければ済む。カーツ氏に会えばより確実でしょう。あなたらしくない。僕はそう感じざるを得ません。そんなことはないさ。普段お前が俺をどう見ているかは知らないがな。教官？ Но сундук был тут где-то。Мы его как раз находили, но так и не открывали вроде. Или открывали. А, вот он. Ну, изначально имя башни. Я не припоминаю, чтобы мы слышали где-то. Так что ладно, давайте ивент посмотрим. Видно, чуть позже скажут, потом откроем сундук. Да? Что значит Лорелия, дочь канцлера? Кагири, да не надо. Разберемся. Говори потише. Это бессмысленно. Зачем ей помогать нам? Идя против собственного отца. Не знаю. Но это объясняет, как ей удалось заполучить карту ключевых позиций правительства. В это время я думал, что она одаренная шпионка. Мы не можем этого допустить. Чего? Это подвергает ее жизнь смертельной опасности. Малик, она нужна нам. Информация, которую она предоставляет, слишком ценна. Курт, мы не можем. Черт. Малик, ты куда? О, Малик. Что-то не так?
ты выглядишь таким серьезным? Ты дочь канцлера. Подожди, как ты? Ты больше не можешь быть с нами. Что? Но почему? Ты из-за моего отца? Я люблю эту страну. Не меньше тебя. Я знаю, что ты чувствуешь, но это слишком опасно. Твой отец без колебаний сделает из тебя пример для наказания. Я это прекрасно понимаю, но мне все равно. Я давно готова пойти против моего отца во имя нашего дела. Малик? Некоторые тебе не доверяют. Они думают, что ты нас предашь. Что? Я бы никогда... Малик, пожалуйста, скажи мне, что ты не веришь в это. Я не могу рисковать, работая с двойным агентом. Малик, как ты... Почему я солгал ей? Я должен был сказать ей правду. Что мне не вынести и мысли, что я могу потерять ее. Если бы я только тогда это сделал. Да. Отлично, еще один квест. Вдохнем на всякий случай. О, есть ивент. Ричардо. Ано ясашикатта Ричардо. Назе? Нанно моктеки де? Оре ва коно саки нани га окотте мо Ричардо о синжи цукеру кото га декиру даро ка? Ниса, конна жикан не омоте де нани о штеиру ндесу ка? Сумамай, чотто хитори де кангаетакуте. Ричардо кокуо но кото десу ка? Омае ва канга ии на. Обоетеру ка? Ричардо то хажимете атта токи но кото. ええ、覚えてますよ。兄さんが無茶言って引っ張り回していましたよね。それでも嬉しそうに笑っていましたっけ。オートでは変装までして。あの時はリチャードが俺の兄さん役だった。リチャードも楽しそうだったけど、俺も兄貴が欲しかったから嬉しかったな。リチャードは心を許せる相手がいなくて、いつも寂しい思いをしていた。その寂しさや孤独が積み重なって今回のことを引き起こしているのだとしたら、離れることなく一緒にいられて、リチャードの異変にも気づいてやれたかもしれないと思うと、今からでも遅くはないはずです。ヒュバート、兄さんの取り柄はどうしたんですか。いつもの強引でしつこいくらいの諦めの悪さはどうしたんですか。とにかくそう思っているなら諦めないでください。
その諦めの悪さで僕を巻き込んだようにやればいいでしょう。ありがとう、ヒューバート。お前がいてくれて本当に良かったよ。おかげであの頃みたいにまっすぐに進む気持ちを取り戻せそうだ。兄さん、出来の悪い兄の面倒を見るのも弟の仕事ですから。あっ手厳しいな。だからリチャード国王にあの時みたいに兄さんを貸してあげますよ、ヒューバート。リチャード国王は兄さんの兄さんなんでしょう。しっかり見ていないとダメじゃないですか。ああそうだな。俺が止めなくて誰がリチャードを止めるんだ。俺は諦めない、諦めないぞリチャード。Ну вот такой вот ивент можно было пропустить, но он, как по мне, довольно важный. Так, сейвимся и идем дальше. Так, ну вперед в башню. Коко га сейфто ка. Каац сан ни аэру то ии га. Каац тою хито ва аната но ширияй дешта не. Намае га дета токи随分と驚いていたようですが、一体どんな方なんですか。場合によっては戦うことも覚悟しなければなりません。教えていただけませんか。もともと俺はフェンデル軍の士官学校にいた。カーツはその時の同期だ。俺がいた20年前からこの国は苦境にあった。ただでさえ気候が厳しい上にバルキネス・クリアスの恩恵もない。国民の大半は生活に苦しんでいた。それなのに上層部の人間は国民を顧みることもなく私腹を肥やすことに汲汲としていたのだ。そんな状況を打破しようと若手将校が中心となった改革運動が盛んになったことが、俺やカーツも改革の理想に燃え運動を成功させるために情熱を傾けた。その結果はどうなったんですか。所詮は若気の至りだった。改革運動は保守派勢力の弾圧に遭い完全に潰された。俺がフェンデルを捨てる決意を固めたのはその時だ。このままでは命が危ないと考えた。Так, раз, два, три. Ребят, стрим заработал. Тут было маленькое падение на секунду. Так, плюсик, все хорошо? Окей.
だがカーツはこの国に残ることを選んだ。改革の火を消すわけにはいかない。そう言ってな。命は捨てても志は捨てず、俺の知っているカーツとはそういう男だった。Так, вроде теперь хорошо. Три лага, по идее, были. Куни усте, кокорозаси устета оре га айцу ни атте ханаси о штемо, укеирерареру ка доу ка вакара. Так, теперь все хорошо, да? Кацу ва личтекина отоко дева ару га, доужи ни тецу но йоуни катай синнен но мочинуши демо ару кара да. Okay. それでも俺たちは可能性にかけてみるべきだと思います。そうだな。カーツの元へ行ってみよう。Ну вперед, найдем его。Так, ну это или с моей стороны было, или сервер глючит, или еще что-то. Ну, вроде все успокоилось, к счастью. Так, а нас что, так легко тут пустят? Просто покажем пропуск? Умайтачи, минай каудана. Вас я раньше никогда не видел. Ну, ладно. Но это было в оригинале. Дайри? Зайбун ниндзу га ой на. Хонжиц но сагё нива хитоде га иру ноде, накама ни мо ките мораимашта. Йокаро, тотте изо. Тадаши, соно ньюканшоу де хайреру но ва 1 кай номи да. Соле игай но башо ни тачи итте ва икан зо. また教官の起点で助かったね。まあそうですね。嘘がうまいやつだと思ってくれて構わんぞ。政府島への潜入には何とか成功したが、問題はここからだな。そうね、早くカーツさんの居場所を見つけ出さないと。Ну что ж, погнали, найдем его. Оп. Ансиншимашта. Кацуши ни цуйте кита токи, аната ва кокоро но оксоко дева си ни ау кото о чучо ште иру но дева най ка то омотте имашта. Коко маде кита кара нива моу маётте ва иранен. Тада. Нан деска? Итта тоори, Кацу ва хито сужи нава де ику айте дева най. Хаташте оре ни яцу о сеттоку декиру ка доу ка. Омои агаранай де кудасай. Нани? あなた一人でどうにかできる問題だと思わないでくださいという意味ですよ。バルキネス・クリアスの実験に危機が迫っていることを伝えるのは僕ら全員がやらなければならないことだ。Отлично. Погнали смотреть, что тут есть, что тут можно взять. О.
Эх, как только я закончу эту работу, меня ждет еще больше работы. Служебные лифты нуждаются в серьезном ремонте. Сейчас они останавливаются только на определенных этажах. Понятно, вот в чем дело, значит, с лифтами. Не мешайся под ногами. И мы добрые. Не говори со мной, это отвлекает. Лифт сейчас на ремонте. Простите, внизу справа есть служебный лифт. Могли бы вы воспользоваться им? Кто там хотел данж сотню этажей? Ну тут точно не знаю сколько, но много. Как раз. Надеюсь, это не слишком тяжелая работа для такого бедного ребенка. Ух, простите, лифт не работает. Опять ночная смена. Они заставляют меня аж тошно от этого. Нет. Флэшбэки седьмой финалки. Лифтом. Угу. Комната техобслуживания. Да. Она над нами. А ты не знал? Ты можешь пробраться туда, но система безопасности тебя уничтожит вмиг. Мы это еще посмотрим. これがアスベルの剣技。あ、これでみんなを守ってみせる。О, 3500, слушайте, нормально. Не знаю, почему вот, находясь в этом куске данжа, захотелось мир автомату перепройти. Этот злой охранник не пускает нас в зону техобслуживания. Честно говоря, я уже не знаю, что делать. Этот охранник жуткий, но нам нужно подать рапорт. Почему у него должно быть такое паршивое настроение, блин? Этот охранник слишком пугающий. Вот как нам подать наш отчет? Пожалуйста, угомоните его. Ща мы его угомоним. Да. Так, ребят, готовьте паяльник. Сейчас мы его успокоим. Чего надо? Давайте быстрее. Так, ребят, что ему ответим? Первый или второй вариант? Вот там прячутся двое офицеров. Может, вам стоит успокоиться?
один или два. Решайте, чатик. Наконец-то возможность и для вас как-то повлиять на что-то. Возможно. Возможно. Но это не точно. Первый? Ну ладно. Вы двое. Почему вы не подали заявление? Стоять! Ну ладно. А что за цепь с конями? Это пригодится сейчас в финальном боссе. Отлично. する床は連動して動いているようだな。 1箇所動かせば他の床すべても同時に動いているようです。 目的の場所へ行くには移動床の配置状態を確認する必要がありそうですね。 それにこのバルブ、対応するものを閉めれば噴出している水蒸気が止まるみたいだが。 同じ箇所のバルブをいくつも閉めると圧力に耐えきれないかもしれん。 全く外見は立派でも中身はガタガタじゃありませんか。 действительно. この Fender という国の本質なのかもしれないな。 上の階もまだあるわ。何階建てなのかしら。どうなんですか。ん、何の話だ。どうして離れて立っているのですか。あまり高いところは得意ではない。あ、下に人が見えるけどちっちゃい。あの、高いところが苦手って本当ですか。ああ、 なぜ嘘をつく必要がある。 しかし、以前ウォールブリッジで俺たちを待ち伏せしていたところは塔の上だったと思いますが。 あそこでお前たちを見つけた時は悔やんだぞ。 でなければ、俺が負けるはずはない。 アスベルに負けたのが悔しかったのね。 Забери сундук. Да ладно, там все равно ничего интересного. Да, но как туда спуститься? Я хз. Потому что тут обломки, их сломать тупо нельзя. ガンガンが爆破バレット、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 
この剣の前に敵はない。Нет, остальные нельзя. Нет, это нужно вернуться назад и, возможно, где-то там находится. Какой-то проход, к которому мы поднимемся. Или нет. Или это вообще где-то там изнутри нужно? Талар, возможно, возможно. Ну ладно, фиг с ним. Если получится его забрать как-нибудь потом, то возьмем. Нет. Ну, нет. Мог бы ты отдать это вон тем солдатам? Я не уверен, кто что заказал. И не пугает меня, пожалуйста. Два яблочные желе. А можно я оставлю это себе? Так, ты принес мне красное. Это яблочное. А мне сладкое. И мое дорогое. А мое дешевое. Эй, смысл? Ну, типа да. Так, сладкое это у нас персиковое. Виноградное самое дорогое и яблочное самое дешевое. А теперь угадайте, кто есть кто. Ну где? КЗ, на. О господи, нам что, обязательно нужно? Я не могу их просто побить. Так, обычный чувак хочет красное. Так, этот хочет сладкое. Так, это тян в черном дорогое. Это дешевое. Так. Чувак хотел красное, сладкое, то есть персиковое. Отлично. Так, это тян, по-моему, дешевое хотела, то есть яблочное. Отлично. А вот это тян хотела дорогое. Ай, блин. Активирую чувака. Ладно. Яблочная. Ну и у нас последнее осталось. Ну ладно. Нельзя отдать неправильно и просто набить им морду.
虚しくなることがあります。ヒューバート。ここの敵はみ。さあ、だ、нет, они тупо чинят их。Ну, сейчас посмотрим. Но нет. По-моему, мы сможем его использовать, когда пройдем тут все. Ну, попробуем, вдруг нас кто-то пустит. Почему никто не проверяет, над чем они работают? Такими темпами? Неудивительно, что лифт не готов. Тем более, остальная часть башни. Ну вот, видишь, все, как мы сейчас попадем по этой стороне. А, вот и сундук. А, нет, это не тот сундук. Жаль, тут нету полевого режима боевки, как в Кисеке. Все-таки это была очень удобная вещь. Губу раскатал, да я знаю. Такое вообще мало где есть. Гумистебакашро. Паскаль-сан, доусимаштака? Ухё! Это Гийс оригинального 3-бан пистон да! Мада-мада цкаэру жан! О, шикамо буа-аппу саретеру! Аре? Коре га очитета тоюкото ва хёттоште? Боку ва конна гуми асари о суру хито то томодачи ни. Отото-кун мо иссё ни сагаште! 何を探しているんですか？イエーイ、копаемся в мусоре, как Fire Emblem。そろそろ目的の場所でしょうか？大丈夫ですか？ああ、カーツに再会できるのが楽しみなくらいだ。そうしていてください。あなたの不安な様子は、皆の動揺を誘いますからね。特に兄さんは
あなたを心底頼っています。ですから不安だとしてもそうして強がっていてください。生意気な男だ。Не верюсь, ну да. Так, стоп. На всякий случай лучше сохраниться. А то, знаете, всякое бывает. Я думал, какие-то более серьезные чуваки будут. Они обычные. Так, офис. О! Ай, блин. Потом. Там звездочка. Скорее всего, с продолжением флешбеков Малика. Здесь Кацуши на хея. Доуяра, хоннин ва фузай раши на. Кацу-сан инакуте, заннен. Соу да на. Дага, инакуте хотто штейру кимочи га ару но мо джизитсу да. Джиссай, доно йона као о ште айцу ни аеба ии но ка. 決めかねている部分もあったしな。とにかく急いで情報を集めよう。Ромашка。Это фото。Не могу больше бежать. Вот она, сюда! Нет! Все кончено, дорогуша. Знаешь, она выглядит знакомо. Назад! Я просто солдат, любящий свою страну. Я не ожидала, что правительство... Двейные шавки узнают меня. Да как ты смеешь? Ты за это заплатишь. Мри. Лорелия! Кто ты, черт возьми?
Лорели, держись, Лорели. Малик. Это расположение. Место хранения Криеса в башне Фенделя. На карте, что я тебе дала раньше, не хватало важных деталей. Лорели? Я вылечу тебя, просто оставайся со мной, хорошо? Малик, я... Молчи! Я всегда мечтала, что ты вот так заботишься обо мне. Лорели! Да. Мы изучали документ, за который она отдала свою жизнь. Как она и обещала. На нем было указано местонахождение Криеса. Пополнив запасы, движение начало набирать обороты. Но после этого мое сердце уже никогда не было прежним. В конце концов, усиленные меры со стороны правительства погасило огонь революции. Если бы только она была жива, мы с Куртом нашли бы способ, чтобы все получилось. Если бы я не игнорировал ее желание. Капитан, разве это не... Да, это я. Когда-то я был молод и очень-очень глуп. Капитан, послушайте. Не знаю, что случилось с вами в прошлом, и не буду притворяться. Но ваш приезд в Уиндер не был ошибкой. Я уверен в этом. И если уже на то пошло, я рад, что познакомился с вами. Азбел, ты просто нечто. Даже когда кажется, что все потеряно, ты находишь способ двигаться дальше. Возможно, однажды ты даже поможешь мне. Да, Кагирет, что-то совмещенное вместе. И вот получилось. Это странно. Ну, прикольно. Это что, Валкина с Венделя? Здесь ничего не сказано о его местонахождении. У него много книг. Эй, а разве это не... А! Не стой за мной! Не подглядывай под юбку. Бля, только посмотреть на все эти книги. Думаю, где-то здесь есть громаднейшая подсказка. Я тоже. Даже не сомневаюсь, что этот офис Курта, повсюду его следы. Нужно добраться до Малкинес раньше Ричарда. Так, все, вроде все. Там молодости. Это отчет по Валкинес, я не понимаю. Беспорядок только здесь. О, вот. すぐ近くにある流氷の中に隠されてるみたい。あんなところに。
ここからは目と鼻の先に等しいぞ。そんなにテートに近いと、もしバルキネス・クリアスに何かあったら大変なことになるわ。誰か来る。だったのか。相変わらずの技のキレだ。さすがだな、カツ。久しぶりだと言いたいが、素直に急行を温められそうな雰囲気ではないな。カツ、俺たちはお前に話があってきた。カツ、お前はこの国にあるバルキネス・クリアスの実験を取り仕切っているぞ。そうだ。長い年月をかけてようやくここまでこぎつけることができた。この実験が成功すれば、バルキネス・クリアスを資源として活用できるようになる。それにより我が国の人間がどれほど救われることか。20年前に始めた改革の志が形を変え、ついに成就するのだ。実験をやめろ、カツ。フーリエお姉ちゃんの研究をそのまま使ってるでしょ。あれ未完成なんだよ。角にエレスを取り出そうとするとバルキネス・クリアスが暴走して制御できなくなるの。彼女はパスカルだ。アンマルチア族の一員で過去にバルキネス・クリアスを研究していた。フーリエ氏の研究を途中まで手掛けていたのもこのパスカルだ。何も問題はない。実験は予定通り遂行する。カーツ、我々はフーリエ氏の研究成果をそのまま使用しているわけではない。氏の研究を土台として、そこに我々独自の十分な改良を重ねている。心配はいらない。しかし我々にはもう時間がないのだ。今実験をやらなければ我が国の国民の生活は最悪の状況となる。生き延びるためには隣国へ攻め込むしかないという事態にもなりかねんのだ。そうなったら最後だ。これまでの国境紛争どころではない、全面戦争となるだろう。隣国というのはウィンドルのことですか。話はここまでだ。どうしても実験をやめるつもりはないのか。マリク、昔のよしみに免じてここから立ち去る時間だけはくれてやる。これ以上ここにとどまるなら警備の兵を呼ぶぞ。その前に政府党を出るがいい。カーツ、お前は。何も言うな。すでに私とお前の道は深く分け隔てられている。その場所は分かったけど、結局カーツさんには実験の中止を受け入れてもらえなかったわね。あいつはこの20年というものずっと戦い続けてきたのだろう。あいつなりのやり方で。
それがどれほどの苦労だったか。できれば応援したかったが。パスカル、カーツはあのように言っていたが、やはり実験は危険なのか。バルキネスクリアスに含まれるエレスの特性にまつわる問題だから、絶対安全ってことはないんだよ。そうか。教官、バルキネスクリアスの元に向かいましょう。カーツさんの実験を止めるために。それが真実を知っている俺たちの責任だと思いますから。責任か。次にカーツ氏と会うときは間違いなく戦いになるでしょう。あなたは彼と戦えるんですか。カーツと戦う。僕たちは今、フェンデルという国そのものを相手にしているも同然なんです。しかもこの数で乗り込むんです。戦力にならない者がいては困ります。カーツは今でも俺の友だ。俺のその思いは何があろうと揺らぐことはない。だからこそ、あいつと戦うことも覚悟の上で、俺はあいつを止めねばならん。それが俺の使命であり、けじめでもあると思っている。わかりました。それだけ聞けば十分です。先を急ぎましょう。Так, маленький перерыв и пойдем дальше.